Пора. Начинаем. Команда Rave против MVP Phoenix. Ответная встреча. Первая катка закончилась в пользу команды Rave. Очень быстро. Собрался у нас в фулл, практически фулл запак. Джион на луне, а там уже не по шансам было для команды MVP Phoenix. На хайграунд Rave так и не зашли. Это просто был вопрос времени. MVP Phoenix прекрасно предвидели ситуацию и понимали, что ничего, кроме долгого и мучительного унижения, данный коллектив не ожидает. В любом случае, MVP Phoenix будут явно отвечать. Команда непроходная. Команда хорошо себя чувствует в групповом этапе. Сейчас выведем немножко попозже вам, как я и обещал. Потому что очень стремительная была катка без пауз. В первом матче таблицу на экраны мы не вывели. Сейчас будем. Давайте тут по пику. Баны, в принципе, вы сами видите. По пику Enigma для команды Rave наверняка влез. Вич-доктор в саппорт для легкой без мастер на сложную. И Медуза. Я думаю, что Медуза у нас будет фармить мид. Что-то мне подсказывает. Чен, естественно, влез. Тролль. Легкая, Бристлбэк сложная, Висп. А Висп вот под кого для MVP Феникс мы увидим. В общем-то, Висп может на мид с парочкой персонажей, а именно с Тиником или со Свеном, отправиться. Ну а тролль может фармить легкую, Брист сложную. Все это, в общем-то, возможно. Мидер как таковой команде MVP Феникс не требуется. Требуется серьезный дядя либо с палкой, либо с молотом. Или что там в руках у Свена? По-моему, меч, да, меч. Так, давайте покажу вам все-таки таблицу, пока у нас долго думают. Если вдруг кто что пикнет, сразу же сообщу. Команда MVP Phoenix, как вы видите, 5 игр. Сыграли 2, выиграли 3. Ничьи 0, проиграли. Пока что идут без поражений. Ничья — это когда 1-1, best of 2. Один поинт за ничью дается. Ну, в общем-то, здесь одна победа, одно очко. Нет победы — 0. Один матч Best of 2 выиграл, одно очко, два выиграл, два очка. Все элементарно. У команды Rave 4 игры. 2 выиграно, 2 ничьи, 6 поинтов. У Rave, как вы видите, игр меньше, чем у Феникса. Собственно, Rave могут сравняться с Фениксами, если выиграют и вторую катку. Они и так уже сравнялись, потому что 7 поинтов у нас у Rave. И следующую выигрывают, отправляются на второе место и будут уже бороться с Invasion за лидерство в группе. Так, у нас тут постепенно... Ой-ой-ой-ой-ой. У нас тут постепенно баны нарисовались. Улетает SF у нас в баню со стороны команды Phoenix. И Брюмастер отправляется туда же от Rave. Последний пик. Кого на мид? Не верят, да, что Медуза пойдет в мид? А Медуза может пойти в мид. Криси на Медузе уже играл и готов, я думаю, еще раз поиграть. Райор у нас будет на Бестмастере. ВД, скорее всего, для каста. Ну и НБ в лес отправится. Инвокер от Rave. Ха-ха-ха. Начинается серьезная и веселая дота. Кого выберут? Виспа? Темплар Ассасин. Думал, к Виспу будет пара. У нас тут Висп, в принципе, есть кому Виспу привязаться. Кио на Темплар Ассасин против Криси на Инвокере на мидлейне. Джио на Медузе. Фарм в триплу, Райор в сложную. Каст на Вич-докторе, Лайн Саппорт и НБ в лес. Естественно, с дальнейшим выходом. АЦОФ у нас будет играть на Виспе. АЦОФ очень классно начал прошлый матч. В итоге законтрили у нас Шейкера нон-стоп, как только появился Сайленс у Криси на Шторме. Для АЦОФа действительно начались тяжелые деньки. Ну, не деньки, там минуты, но это были минуты полнейшей боли и унижения. 3-0 он шел и 3-5 или 3-6 закончил. Короче говоря, ужас и страх для коровы. Фени играет у нас на тролле. Кьо играет у нас на Темплар Ассасин. Ацов играет на Виспе. Марч в сложную на Бристлбеке. И на Чене. У нас Нац отыгрывает со стороны команды MVP. Да сколько раз я сам себе буду напоминать, что нужно поменять этот жуткий дотапитовский скин. Ребята, купите билет у меня на дотапит, чтобы у меня этот скин пропал наконец-то. Все, Empower. Прекрасно. Смотрится хорошо. Монохром. Постмодернизм и все остальное. Все это присутствует в данном скиле. Скине, точнее. Так, разобрали уже игроков. Игроки обеих команд. Ну и пауза небольшая. Вот сейчас самое время бы показать вам табличку. Но табличку мы с вами уже видели. Тоже решают не тянуть. Все. MVP готовы, Rave готовы, мы готовы. Я и вы
собственно, готовы смотреть данный матч. Марш вместе с Ациофом отправляется у нас за руну на топе сражаться. Здесь Криси уже видит Марша. Нет. Решил пойти назад. Нет, не хочет. Неинтересно. Хотя здесь вот движуха подошла, можно подраться будет. Здесь тоже 5 человек со стороны команды MVP. У рейвов тоже, да, 5? Нет. Райор у нас на нижней руне. Райор на этом празднике жизни не присутствует. Ну, хотя бы есть шанс у нас у Райора забрать руну. Кто тут к нему направляется? Фени. Фени Райора отогнать сможет. Тролль на миде у нас будет. Нет, Кио, наверное, на миде. Да, тролль у нас будет фармить, скорее всего, в легкой. К нему туда уже направляется Нац. Ну, Нац, понятно, лесной. Ну и ждем, когда прибежит у нас к троллю Висп. Или Ациоф будет на миде помогать Темплар Ассасин. Тогда у Инвокера серьезные проблемы. Марч отправляется на топ. Тут, в общем-то, не обсуждается вообще. Фармить в легкую пошел Джейон на медузе. Помогать ему будет каст. В сложную отправился Райор. Мы с вами это видели. И Криси на инвокере будет стоять в миде. Кого упустили? Упустили НБ. НБ отправляется в лес. Никого мы, в общем-то, не упустили. НБ где-то умудрился еще крипа сожрать. Откуда? От кого? От чего? Где Идонолы? Нет Идонолов, не понимаю. А вот и Идонолы на миде. Здесь стараются гонять Кио. Тут даже не нафармите. Хотя одного все-таки Кио забрал. У Темплар Ассасин против Инвокера проблем на первое время быть не должно. Рефракшн, разумеется, Темпларка будет максить. Криси пока что пробивать его точно не сможет с такой скоростью атаки. Немного всего у Криси. Криси должен первое время будет потерпеть. Хотя, опять же, на прошлом файте у нас Ациоф не дал жизни Криси вообще никакой. Выходил постоянно на шейкере и постоянно раздавал люлей. На миде Шторм Спириту. Правда, потом Шторм Спирит свои артефакты вынес и уже начал в ответ разваливать у нас шейкера. Ациоф отправился на сложную вместе с Маршем, вместе с Бристлбеком. Пополнение МП. В общем-то, все понятно. Банка у Виспа уже имеется. Здесь Фени дерется с Райором в сложной для Райора, ну и в легкой для Фени. Хотя он стоит соло, тут линия, в принципе, номинально сложная и легкая для игроков, соответственно. Однако, когда стоят один на один, а тут мы видим, что Бестмастер еще не один, ему кабан на помощь, то, в общем-то, разделение на сложную и легкую — это все относительно нелепо. Заденайл Бестмастер маленького кентавра и таким образом очень сильно огорчил Чена. У Чена добитых крипов на данный момент 3-4. Все, 3-4 закончили. Чен отправляется в лес. Кентавр выходит у нас на Райора. 2 кабана ему настреливают. Кабана может и получится даже добить. Да, Чен зарабатывает еще Чен. Но я смотрю, половину своей экономики вообще поднимает с пэтов Райора. Гоняют его по лайнам. Кентавра отправил на... зачем, собственно? Ну, здесь, в принципе, тролля возьмет. Можно будет и так танковать, и так дамажить. Над свое дело знает. На Чене играет, по-моему, 100-500 раз. Неудивительно, что все хорошо у него получается. Кио на миде. У Кио 9 на 3 крипстат. У Криси тоже относительно близкий крипстат. Так, у нас Cold Snap пошел по Кио. Кио очень сильно проседает по ХП. Рефракшн включил, отпивается. Ну, Кио был на грани смерти. Каста зажали в деревьях. Есть чем проесть. Но каста отсюда не отпускают. Почему Марш стопил? Так, Марш у нас останавливается. И Марш получает от Тавара. Правда, добили. Добили изначально каста. Потом уже отъехал у нас Бристлбек. First Blood зарабатывает Висп. Ациоф опять у нас хорошо себя чувствует. Все у него начинается великолепно. 1-0-0. Висп, хоть и потеряли Бристлбека, Висп по золоту поднимает, видите, достаточно, чтобы практически урну собрать. Если урна будет на 4-й минуте и там начнут гнобить с Марчем или масфайты, то это будет нереальный буст для команды MVP. По крипам на первом месте у нас Кио, который отыгрывает на Темплар Ассасин. Инвокер 12-5. Уступает, хотя и немного. Но ТА с рефракшеном, не стоит это забывать. Встроенный скилл, который чудесные вещи творит, и на миде стоять очень удобно. Плюс Криси еще помогает ему добивать крипов. Так, у нас Виспа разобрал Джио. Где эта подлая ситуация случилась? У нас и Вич-Доктор погиб. Здесь у нас Марч добивает Вич-Доктора, а в это время Виспа разваливает Джио. Но переагрилась у нас вышка на
Беднягу Виспа, 2-2 стал счет. Так, еще и Бестмастера на сложное забрали. Куда ты бежишь, друг? Куда ты? Уходит. Все, Бестмастер ушел у нас. 3-2. Команда MVP впереди. Пока смотрим повторы. В это время лучше бы, конечно, все это онлайн смотреть, а не перематывать. Ну, понятное дело, не за всем успеваю уследить. Вы уж меня извините за сие неподобство. Матч на сложной с помощью Виспа уже 9 крипов себе насобирал. Та же ситуация и у Райора, 9 на 2. Райору тоже кабан помогает. У каждого есть свой пэт. Правда, здесь пэт, которого управляет Ациов, который саппортит под контролем совершенно другого парня. А здесь Райору надо еще и кабаном своим самостоятельно управлять. Понятно, что посложнее дела. У тролля тем временем на руках 850. Уже практически собранные фазы для Фени. Так, решили у нас подпушить игроки команды MVP. Почему бы нет? Тролль здесь есть, скоро скелеты появятся. Где? А, скелеты уже появились. Тут уже тауэр начинает трещать по шву, потому что скелеты готовы бить. Вожак волков, в общем-то, нормальное месиво. Тауэр потихонечку падает, хотя и крипов умудрились переагрить игроки команды Рейв, а именно Райор и именно своим кабаном. На лоу хп у нас Бристлбэк. Выфармливается, выхиливается под собственным тауэром, но здесь Т1 со стороны команды. Рейв упал. Первый тауэр для Фени. У Фени должен появиться сейчас фейсбутс. Ну же, нет, морди маск появляется. У нас у Фени готов сражаться, не готов быстро бегать и так нормально на месте стоится. У Марша появляется Power Threads, что... Так, Марш начинает настреливать по касту. Каски, наверное, полетят. Да, пошли каски. Каски уходят в крипов. Марш у нас гонит каста. Каст рассыпается. Во-первых, под... спиритами Виспа, во-вторых, еще и под огромным количеством спрея. Марч забирает вместе с Виспом и Джейо, и Каста. И самое интересное, что мы увидели, это то, что даблкил для Ациофа. У него уже имеется Урн оф Шадоус, и в Курьере ничего не лежит. Нет, пока ничего. Висп у нас на лоу хп, но Висп действительно с благородной усталостью уходит из данного файта. Дело свое сделал, можно пойти отдохнуть немножко по таверне. Ациоф начинает очень круто, но опять же, все это напоминает мне прошлый матч. Я надеюсь, не так закончится для данного парня, но опасения такие имеются. В общем-то и выфармливать есть кому, чтобы потом Виспа разваливать на куски. Понятно, что Вич-Доктор тут с Дезварда ничего от Виспа не оставит. Понятно, что и любая зацепка от Инвокера Виспа на куски разорвет. Так, Криси у нас поднимает в Торнадо сразу двоих. Ну, Кио просто гонит у нас Криси. Просветка есть. Отцов еще и на просветках у нас. Вообще очень круто. Саппорт команды MVP, который играет у нас на Виспе, невероятно круто отыгрывает. Еще и Каста решил здесь погонять. Ну, вообще просто... Ацов, видимо, разозлился. Что-то пошло не так. Так он не просто его гоняет, он убивает у нас соло Каста. Ну же, дотикает, не дотикает. Один удар убивает Висп в соло Вич-Доктора. Висп с половиной хп под хайграундом. Командер Рейв разваливает вообще в щи у нас Вич-Доктора. Если бы не пришел сюда НБ на Энигме, то Висп бы ушел целехонький отсюда и... пошел бы, наверное, в соло Медузу убивать тут на плюс морали такой. Нет, Ациоф играет как боженька. 4-2-2 у него счет. Для саппорта это невероятно круто. Просветки, урны. Гоняет чужих саппортов. Гоняет вместе с Марчем на пару мейн керри. Я говорю сейчас о Джио. Джио пока что крипами не так отличается, как в прошлом матче. Там у него было первое место. Сейчас... в тройке, ну, если не учитывать Энигму, который лесных крипов забирает, там и нормальные есть, и бомжовые, то Джио, в принципе, на втором месте. На первом месте у нас Кио, мидер команды MVP. Есть уже фейсбутс, ничего Кио не покупает. Это нам говорит только об одном, о том, что у Кио будет появляться даггер, и тогда мы экшена увидим побольше. Это не лишено смысла, безусловно, потому что здесь есть висп в пике, а значит, будет влетать на голову команде Рейв. Висп, я думаю, вместе с Бристлбэком, с кем же еще? Ну или с троллем тем же, а Бристлбэк и так подойдет. Скорость мува достаточно высокая у Бриста. Ну и Кио, надо будет к команде подключаться, с даггера влетать и нормально драку устраивать. Ну что, Кио у нас через Primal Roar подцепили, под ноги Midnight Pulse, и вот вам Ациоф. Забирает он Кио отсюда, не подтягивается команда. Надо уже лететь на ТП сюда, надо спасать Виспа. Да, на ТП у нас уже летит два игрока, Висп вернется, наверное, в сол. Нет, он возвращается вместе с Кио. Все готовы драться, а Циофа
забирают у нас через Black Hole. Ну, Black Hole в одного виспа. Вы понимаете, что с командой Rave в плане ментальном творится. Просто разваливают их потихонечку игроки команды MVP. Очень приятно наблюдать за такой паникой со стороны Rave, хотя они должны быть на плюс морали. Но здесь почувствовали свою силу MVP, пошли у нас гнать Криси. У Криси Гёствалка не имеется, повесили на него банку. Здесь опять же неугомонный АЦО. Улетает на хайграунд, Кьюо под хилом, под тизером. Старается драться, но Кьюо должен рассыпаться, хотя может перед смертью кого-то еще убить. Но у нас АЦО разваливает в соло, разваливает инвокера. Висп разваливает мид инвокера. Вам не послышалось, я еще раз это повторяю. Минус 4 со стороны команды MVP. И MVP в составе команды MVP, вот он. Неугомонный шарик. Это сущий ад для команды Rave. Я думаю, у нас Джио скоро будет просыпаться по ночам с криками «Висп». Нет-нет, не надо, пожалуйста. Да, очень круто отыгрывает АЦОФ. Это даже не обсуждается. 12-6. Да это вообще Team Vibe. 1400 заработала команда MVP и 470 кое-как отковыряли рейвы в данном матче. У Кьюо появляется Яша, все-таки пошел не в блинк, а пошел в move speed. Ну тоже неплохо, можно, тем более мы видим, что висп у нас от Кьюо не отлипает, значит и врывы скорее всего будут с ним. У тролля 400 на руках, но тут что-то еще летит, да, доминатор прилетает у нас Фени. Фени с фазами, с доминатором, Ring of Basilus отправляется в свой лес. У Наца тем временем 900 на руках, курица ему ничего не несет. Ну, Нац будет выходить в Мекку. Тут немного вариантов для размышлений. 10 минут 40 секунд позади, давайте посмотрим графики. Вот что MVP сделали с командой Rave. И вот что MVP по экспириенсу сделали все с той же командой Rave. Ну, классно. Действительно приятно наблюдать за такой реализацией саппортов. MVP, видимо, задумались после прошлого матча. Поняли, что так позориться перед многотысячной публикой не стоит. Нет, у нас Чен в Мекку не выходит. Не выходит у нас Чен в Мекку. Неужели дали возможность Нацу просто выходить в Аганим? Потому что у Бриста, мы видим, Мека прилетает. Так, релокейт. Куда Брист? Брист направляется у нас на Райора. Каски, далеко отсюда каски. На Бисмастера у нас влетели, Бисмастер разваливается. Кью у нас убивает оффлейнера. НБ здесь, у НБ нет Блэк Холла, правда у НБ есть Миднайт Пульс. И так Кью будет сильно проседать. Ну улетел отсюда Висп, улетел отсюда Бристол Бэк. И Кью здесь в соло оставили. Развалят 100%. Забирает этот фраг инвокер. За всю боль, которую испытал у нас Криси совсем недавно. Вот они, прилетел сюда Марш. Кого-то добил, ну что, будут ли драться? Hand of God не имеется у команды MVP, но отрезали у нас Марша. Чем своими собственными телами отрезали Марша. Висп летает, выхиливает Марша. Невероятно круто, Виспу бы жить. Хэштег Висп живи. Умирает у нас в это время Каст. Джио тоже получает. Джио очень сильно настреленный. И что, Висп у нас в соло забирает Джио. Мать его етить, что с Виспом вообще происходит? Видели виспов, но таких это какая-то сумасбродная игра. У виспа 5 смертей, но при этом 6 киллов. Кого на карте не убивал висп? Покажите. Разве что Энигма еще у нас, по-моему, не умирал от виспа. Инвокер уже умирал. Джио от виспа умирал. Каста вообще по КД сыпется. Бистмастер, наверное, разве что и НБ. Но НБ просто под горячую руку виспу не попал. Если, конечно же, у него есть руки. Да, это невероятно весело и приятно наблюдать за таким развитием событий. Так, возвращаемся к матчу. На первом месте по крипстату у нас Фени. Фени в это время забирает вместе с ТА Рошана, а Эгис достается Темплар Ассасин. У тролля 1300 на руках, курица пока ничего не несет. У Темплар Ассасин 900 на руках. Кьюо, еще у нас ДД. Кьюо собрался украсть чужих хэндшотов, а почему бы нет? Кто вообще Кьюо, что может сейчас с Эйджисом рассказать? Так, Райор у нас по ХП проседает, но это из-за Соул Ринга. Постоянно эти валидольные артефакты по типу Соул Ринга. Непонятно, почему так быстро уменьшается ХП. Так, у нас умирает Криси, нет? Куда Криси? Как вообще? Где Криси оказался? Ну, здесь, видимо, его поймали. Криси сделал ТП под Т3 свой. Т2 упал. Т2 забирает у нас тролль. У тролля 2000 на руках. Я думаю, у кого, а у Фени даггер появится. Вместо Кьюо. Та схема, которую я разработал для
мидера команды MVP наверняка используют тролль. Да нет, да тролль тоже в Яшу, вы издеваетесь что ли? Рушат вообще всю мою тухлую аналитику. У Джио тем временем постепенно начинает вырисовываться Яша. Имеется Фейсбутс, имеется Ринго Факвила. По нетворсу давайте посмотрим. Ну, сразу три первых места для команды Most Valuable Player Phoenix. Вангвард есть, Мека есть, матч соло Джио должен настреливать. Джио это прекрасно понимает. МП нет, Стоунгейза нет. Драться не по шансам. Ну, хотя бы ТП успел сделать Джио, и то плюс для него и для его команды. По-моему, MVP давят, и давят очень сильно. По золоту 8000, по экспириенсу 6000 в пользу данного коллектива. Опять же, отжимают территорию, шаг за шагом, постепенно оттесняют линию. Сначала, понимаете, она по реке была разделена, теперь уже где-то так, по Т2. Здесь вообще кусок отжали, прилетать команде Рейв некуда, виспа у них в пике нет, потому что висп у нас для команды MVP, поэтому у них все так хорошо. Вот, теперь ТА. Когда я уже полностью разуверился в том, что у Templar Assassin может появиться дагер, еще раз меня нагибает мидер команды Most Valuable Player. Кио покупает дагер, все это на 15-й минуте, и после Яши вы прекрасно понимаете, что тайминг чудовищный. ТА у нас на втором месте, но это все... ТА на втором месте у нас по нетворсу, но это все, в общем-то, относительно, потому что все три первых места для MVP. Тут все семейство данного коллектива, я имею в виду фармил, тролля, Кио на Templar Assassin и из сложной Bristol Back'а, все они оккупировали, причем действительно оккупировали. Тут догонять очень далеко. Оккупировали первую тройку мест по нетворсу. Криси, который на первом месте в своей команде, он на четвертом месте в общем зачете, он на 1300 оффлейнеру проигрывает. Маршу на Bristol Back'е. Хотя должен бы вроде по-серьезному фармить, но... толком ничего не получается. Так, у нас просто для Таура, видимо, Battle Trance был проюзан. Куда Джио направился? Джио собирается разменять Аегис. Насколько я понимаю, в это время Т2 упал. Марш идет давить топ. Это просто Зак и Милли снимают порно. Что вообще происходит? У нас Висп вместе с Bristol Back'ом на 16-й минуте заходит на хайграунд. В это время команда Рейв тухнет на миде. Уходит команда Рейв дефать хайграунд. Они, наверное, уходят. Тут падает барак. На миде Т2 будет рассыпаться, безусловно. Ну, растянули по всей карте, жуть. Полнейшая жуть. Команда Рейв реально не знает, что делать с этим виспом. Я тоже не очень представляю, что бы делать, если в команде соперника был бы такой висп. Я бы просто отдавался ему по КД. Ну, примерно этим Рейв и занимались последние 10 минут. У Марша появляется еще Chainmail. Я думаю, это будет выход в Керасу. Нет, нет, это Crimson Guard. Да, точно, у него был Vanguard на руках и плюс Баклер с рецептом прилетел. У Марша теперь есть Crimson Guard. Есть Мека, есть Hand of God. Есть нереальнейший подхил от Ациоф. Ациоф пока не проседает. У нас Black Hole по Виспу и по Маршу. Ациоф выхиливает у нас Марш. Ациоф, правда, сам умирает. Марш готов драться. Бьет его по спине Дезвард и рассыпается у нас каст. Bristol Back пошел ловить Джио. Уже нет Стоунгейза. Джио у нас сыпется. Опять же, сразу выкупается Ациоф. Приходит файт. Помогает развалить Медузу. Разваливает у нас Медузу. Разваливает у нас Каста. 2 в 1, да, но Висп выкупился. Ациоф уже здесь. Ну что ты будешь делать? Это жуть какая-то. Как вообще такое может твориться? Ациоф мне напоминает Резолюшена, который в свое время за Power Rangers катал на миде на Виспе. И в соло умудрялся, по-моему, команду Империя унижать, который летал по всем лайнам и убивал. Но это саппорт Висп, это не мид Висп. Никакой мидом тут и не пахнет. Марш начинает у нас гонять НБ, у Марджа нет Аегиса. Непонятно, почему он такой дерзкий. Ты чё такой дерзкий? Маржа, в принципе, выхиливает здесь Висп. Все, Марш практически фуловый. Здесь у нас в это время Templar Assassin вместе с троллем убили Энигму по Т4. 18-я минута. Мид падает. Марш бегает, Маршу вообще на все плевать. У Виспа тизер есть, есть оверчардж, Марш продолжает свой поход. Джио на лоу хп, Джио сыпется, Джио забирают. Кое-как пытается Криси отдефать, Джио не выдерживает у Джио нервишки. 18 минут, браво. Если можно похлопать Виспу, я ему похлопаю. Это просто феноменальная игра от... Виспа, кто там на нем отыгрывал, господи, Ациоф, да. Ну, это саппорт, конечно, топ уровня. Два последних матча, вообще легенды можно слагать. Во-первых, о Корове на ранних минутах, во-вторых, о Виспе. Но Висп до конца пер 7-6. 7 киллов у Виспа. Лучший показатель КДА на карте.
Тут 2 у Templar Assassin. Бомж не считается. У Бреста 6 нормально. Тролль вообще к Templar Assassin иди в мусорнике ковыряйся с ней. Висп у нас сегодня пимп, он руководил вечеринкой. Действительно, любо-дорого смотреть на такую ерунду. Ну что, поздравляем команду MVP Phoenix с победой. 1 поинт они отковыряли, причем сделали это невероятно ярко. Игра 100% must-see. У нас на повестке дня следующий матч, пока вы там заходите в группу и нажимаете подписаться, да, чтобы я не повторялся, разумеется, ставите лайки под видео на Твиче, я вам расскажу, что нас ждет далее. А далее нас ждет Арканус против 5EVA, они должны начать в 15 сет, данный матч закончился рано, поэтому есть еще полчаса на то, чтобы отдохнуть и, если что, посмотреть наши матчи на Ютубе, матчи Join.MLG Pro League. Так, все, у нас небольшой перерыв на полчаса. Музыка, графика, анонсы, таблицы. Все это есть, все это будет, когда я наконец-то заткнусь. Все, затыкаюсь. Услышимся через полчаса. Пока что меньше играйте в доту, больше читайте книг. До скорой связи.